Прям Баленси. Аноним. Привет, уважение тебе за твое дело. Спасибо тебе большое, бро. Послушай, плиз, этот трек, он достоин обзора. Отлично, вот мы здесь. Давайте послушаем, достоин ли он обзора на самом деле. Сколько артист делает времени музыку? В принципе, Фроз. Трек называется Баленси. Ну, по облоге, в принципе, видно, что это Баленси. Так, в 22-м году был другой концепт обложечек. Начиная с 23-го года, в принципе, такой, туда вот, в сторону того, что вы сейчас видите. Хорни, даже есть такой трючок, да, у нас. С 21-м году один, короче, с 22-го он делает, да, с 22-го, 23-го. Это фрешмен. Если трек норм, заберем во фрешмен и будем отслеживать. Хотя бы какое-то время посмотрим, что типа он нам может показать. Давайте посмотрим. Давайте послушаем. Главное, что не Прадо. Ну, надеюсь, что это не Прадо. Надеюсь, что это Баленси на самом деле. Слушаем внимательно, что нам. Есть какое-нибудь описание? Описания никакого нет. Let's go. Слушаем внимательно. Баленси. Зуби. 20 years old. Продюсер from Russia. Респект. Let's go. Хотел стать для тебя другим, но не стал. Дело ведь даже не в деньгах. Там что вижу твои глаза. В том, что там опять пустота. Они висят болезни, джин. Продают моно на диджей. Залью нам, чтоб тебя забыть. Набив тебе, скажу, больше не жди. Прощай, стать карман лежит. Я не смотрю на часы. Взял кэш и стал чужим. Походу не знаю, как жить. Везет большой черный джин. По району кружит. Больше не трачу время на то, чтобы найти ту, кому я могу поверить. Они могут мне написать, если их money ready. Я окружу себя дымом, и, baby, я в системе. И мне вчера снилось ты, и мне хотелось подвечно. Делаю, что умею. Пахну неплохой контраст. А вот заберу кэш. Строю башню, как Дженга. Все мои птички в клетке. Но разлетелись, как ветер. У меня длинный барреллы. Я больше не буду смотреть в твои глаза, там ничего нет. Я обещал себе не сдать назад, но сейчас я снова под чем-то. Я знаю, что ты заберешь мои деньги, но ты мне нравишься чем-то. И то, что я тебе сказал, что люблю, было не совсем честно. Хотел стать для тебя другим, но не стал. Дело ведь даже не в деньгах, в том, что весь в твоих глазах. В том, что там опять пустота. Скорее Foreign Wave конкурент. Задают моно на диджей. Залью нам, чтоб ты. Коллега. Набив тебе, скажу, больше не жди. Прощай, как карман лежит. Я не смотрю на часы. Чуть-чуть мешанина в цветочек. Поход не знаю, как жить. Везет большой черный джин. По району кружить. Шепелялось. Ну и прикольно, стиль. Часть стиля. В этом проблем вообще нету. Специфика дикции, так или иначе, да, это вообще не проблема. Вот если человек, имея любую абсолютно дикцию, идет ровный, потом где-то начинает что-то ломать, это так себе. А так, что касается дикции, любых аспектов речевого аппарата, если он вот стабильно вот так читает весь трек, вообще никакой разницы. Тут уже кому что нравится. Кому-то нравится, кто-то картает, кто-то подшепелявливает, создает стилька, да, вообще, это вообще не проблема, вот отвечаю вам. Да, ну, гуф, ст, не знаю, карталось, если, ну, без проблем вообще. Чё-то. Вот здесь хорошо, прям по ритму прошел, отлично. Нету, сейчас не сделать, надо еще снова под чем-то. Знаю, заберешь мои деньги, но ты мне нравишься. Красиво, да? Снова под чем-то, ты мне нравишься чем-то. Угу. Сказал, люблю, было не совсем честно. Тут у нас... Мейсон Маржуха. Контраст неплохой. Money ready. Решил сегодня думать в системе. Красиво. Они могут на меня написать, если их money ready. Да, англицизмы. Нечастые, да? Что-то. Прадо тоже тут есть, конечно же. Ветименц. Но не D&G. Муки-доки. Ветименц. Прадо. Ветименц. Не D&G. Баленсиага, Жианс. Окей. Так. Мейсон Маржуха. Ну да, вся братва в сборе, короче. Мейсон Маржуха, Ветименц, Прадо и ДГ.
Да, все круто. Угу. Так. Так, 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 так. На мне висят Balenci джинс, Prada Витмо, но не ДГ. Чё тебе ДГ не нравится? Че, ДГ тема, бро, отвечаю тебе. Базарю, вообще базарю. И если говорить про качество, то лучше, чем Витемент твой любимый. Витмо проебывает по качеству шматью ДГ. База, бро, база. Prada, да, ладно, окей. Prada разъеб. Balenci, ну, на любителя. Маржуха, ну ладно, норм, да. Длинный бар, это хорошо. Теннис большой, это хорошо. Аван заберу кэш, делаю, что умею. Мне вчера снилось ты, мне хотелось спать вечно. Слушай, ничего так, ничего. Ничего так. Давай еще разок послушаем и оценим эту историю. Что-то на стиле довольно-довольно четенько прошел. Интруха есть, да? ДГ с 2010 позиции. Не согласен полностью. Хотел стать для тебя другим, но не стал. Делаю ей даже не в деньгах. В том, что весь в твоих глазах. В том, что там опять пустота. На мне висят Balenci джинс. Рада ритмо, но не диджей. Солью нам, чтоб тебя забыть. Набил тебе скажу. Бит выдавливает тебя. Он стоит ровно там же, где стоит твоя капа. Только он еще стоит как будто над тобой, да? Вот, бит надо развести, тебя подвытащить, дать тебе объемчика немножечко. Больше не жди, решай стать командой лежит. Я не смотрю на часы, для алкаши стал чужим. Поход не знаю как жить, везет большой черный джи. По району кружи, трачу время. Ничего так, на строчки заходит. По району кружи, трачу время. На то, чтобы найти ту, кому я могу поверить. Они могут мне написать, если их money ready. Ничего такой, да, тут? Если их money ready. Я окружу себя дымом, и, baby, я в системе. И мне вчера снилось ты, и мне хотелось спать вечно. Делаю, что умею, пахну моей семьей. Правда, заебись, ты чё, бро? Правда, топ. Строю башню, как Джанго. Все мои птички в клетке. Короче, стиль есть, текст есть, да, вайб более-менее. Свести его по уму, да, и как будто будет человеческий трек. Все мои птички в клетке, но разлетелись как ветер. У меня длинный бару. Я больше не буду смотреть в твои глаза, там ничего нет. Я обещал себе не сдать назад, но сейчас я снова под чем-то. Я знаю, что ты заберешь мои деньги, но ты мне нравишься чем-то. И то, что я тебе сказал, что люблю, было не совсем честно. Хотел стать для... Полностью повторил, да, всю, весь ритм строчек. В ритме шарит, в стиле шарит. Текст неплохой весьма. Такой вроде свэк какой-то, понт есть, да, репрезентовый такой дерзкий, да, репрезент себя. Но не сильно такой грязный, прям вот прям... Бэ, я пиздец, вот прям масло капает. Такого нет ощущения. Да, такой сдержанный, сдержанный флекс на такой какой-то около грустной истории. Тебя другим, но не стал. Делаю ей даже не в деньгах. В том, что там опять пустота. На мне висят Balenci джинс. Рада ритмо, но не диджей. Солью нам, чтоб тебя забыть. Набил тебе, скажу, больше не жди. Решай стать командой лежит. Я не смотрю на часы. В общем, вот так вот. В общем, вот так вот, да, давайте оценим. Спасибо, дружище, весьма неплохо. Что посоветовать, я даже не знаю. Давай подумаем, что, в чем сыро? Не знаю, ритм чувствуешь, стараешься ритм делать разный абсолютно. Стиль тоже стараешься погружаться. С видоса тебе желаю я, дружище, да, с видоса тебе желаю я. И разнообразие в подаче вероятнее, да. Ну, имеется в виду, хотя не знаю, типа на 4NV я говорю, ну, все это такое, да. Я думаю, что не надо тебе заморачиваться ничем, потому что по тембру ты, в принципе, достаточно необычный. Если начнешь делать активно, будешь узнаваем. Стиль есть, бит чувствуешь, да, то есть ритм чувствуешь. По тексту норм, типа 7-8 баллов здесь как будто бы есть. Шаблонный звук. Но тут уже тут нет, здесь уже на исключительно на усмотрение артиста, реально. Припев... По району кружить. Взял кэш и стал чужим. Больше не смена часы лежит.
Жди забыть, да и жизнь пустота, глазах, деньгах. Больше не трачу время на то, чтобы найти, кому могу поверить. Тут почти сломался, но прошел, да? Кстати, если их money, ready. Я кружу себя дымом и baby, я в системе. Мне в жизни захотелось спать вечно. Девушка, что у меня пахну моржухой. Аванс заберу кэшем, строю башню, как Дженга. Все мои птички в клетке, но разлетелись, как ветер. Дэм, бро, дэм. Длинный барл, дэм. Больше не влезет, бам, 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 бам. Не знаю, просто практикуйся, короче. Просто практикуйся. Нормальный, нормальный трек ты принес. Не руина. Вот честно, не руина. Да. Пахнут домом моржуха. Да. Одеколон моржуха. Одеколоном моржуха. Моржушным одеколоном. Воняю свегом и моржушным одеколоном. Давай оценим твой трек, бро. Весьма неплохо, правда? Фроз. А, это фэтом, да, я пропустил. Да, конечно. Фроз, что-нибудь написано? Нет, блин, не написано. Слушай, а что по другим трекам у тебя? Что по другим трекам? Хотя бы еще один. Допустим, вот предыдущий. Нет, давай Escape, вот. По блоге. Тебя забыл. В нем тебя забыл заметить. Сто проблем в моей голове. И пород хоть не болит. Хочу тебя видеть на мне, но потом не видеть все вместе. Я так снимаю встречи, считаю как. Не уверена. Друзья, хочу тебя не знать. Хочу тебя не знать. Я присядь на луне. Что-то, блин. Рядом со мной Барби с большими губами. Ну, блин, все лучше. Да, почище, почище записано, сведено. По громкости, короче, по балансу нормально стоит. По балансу. По Панораме, мне кажется, не лучшим образом, да. Там опять пустота, они висят по лестнице. Продают моно на диджей. Форан, ну я писал, да, что похож на форан бы я чем-то похож, я писал, да. Есть моментик такой, конечно. Там уже кто из них? Там даже вот по структуре, да? Что-то кончаешь с ним, что-то такая история, короче. Что-то вот прям даже ритмика очень похожа. Что-то такое было, короче. В моменте. Трючок какой-то. Да. Что-то было такое. Забив тебе, скажу, больше не жди. Сейчас так кома лежит. Я не смотрю на часы. Жалко, что стал чужим. Поход не знаю, как жить. Везет большой черный джип. По району кружит. Больше не трачу время на то, чтобы найти ту, кому я могу поверить. Они могут мне написать, если их money ready. Я окружился. Концовки не бросает, да. Идет, блин, по ритму идет. Что-то, короче, реально. Реализация вместе со свидосом. 7. Индивидуальность. Ну, индивидуальность вот здесь, по харизме где-то вот здесь. Вот 7 по итогу. Рифмы и образы. 8. Но в рамках стиля. Структура, ритмика. Припев, ну, не душный, да, идет. Куплет, норм. Бриджик, припев. 8 баллов. Нормально вообще. Так, трендовость 5 баллов, понятно. Бля, ну как будто вот что-то вот. Учитывая, конечно, говёно, что вот не слышно. Чтобы найти ту, кому я могу поверить. Они могут мне написать, если их money ready. Хотя чисто звучит, блин, да. Я окружил себя дымом, и, baby, я в системе. И мне вчера снилось ты, мне хотелось подвечно. Делаю, что умею, что... Как будто бы 4, да, можно реально вайп поставить? Пахну мейсом одежды, а вот заберу кэш. Строю башню, как Дженга. Все мои птички в клетке, но разлетелись, как ветер. У меня длинный барл. Индивидуальность, я и говорю. Что касается харизмы,
Он норм на харизме затащил. Что касается индивидуальности, вот здесь пока очень схожие вещи есть. Поэтому по итогу, ну типа, как будто бы 7, да? По харизме местами он хорошо сделал. По индивидуальности так себе, поэтому 7 по итогу. Мало для вайба, но мне тоже кажется. Я больше не буду смотреть в твои глаза, там ничего нет. Я... Здесь тоже на что-то похоже. Я тебе когда... Обещал себе не сдать назад, но сейчас я снова под чем-то. Я знаю, что ты заберешь мои деньги, но ты мне нравишься чем-то. И то, что... Во фрешмены не знаю, не особо стабильно с точки зрения, вот я послушал другие треки специально для этого на самом деле, чтобы понять, да? Пока, я думаю, рановато, наверное. Тут вот прям он идет, да? Ну, по реализации 7-4 по вайбу. Так-то по баллам смотришь, вроде дохера вообще получилось, да? Вроде дохера. Я тебе сказал, что люблю, было не совсем честно. Хотел стать для тебя другим, но не стал. Дело ведь даже не в деньгах, в том, что весь в твоих глазах. В том, что там опять пустота. На мне висят болезни, джинс. Продают моно-медиан джинс. Они юлям, чтоб тебя забыть. Что скажете, чат? Плюс, если берем во фрешмены, минус, если не берем. Вот от вас зависит судьба этого трека. Что скажете? Плюс, да, минус, нет. Плюс, минус, плюс, минус. Один минус, куча плюсов пока. Плюс, 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 плюсы, плюсы. Плюсы, один, еще один минус. Пока калитка страшная. Минус, минус, минус. Сейчас зачекну. Может быть. Плюс. Минус плюс. Оправдает ожидания. Надо брать все еще. Let's go. Фрешмен тогда. Я думаю, да. Еще разок послушаем. Ну, дадим шанс, да, на трючок. Во фрешсете каком-нибудь. Спасибо. Что-то есть, да, блин, немного баллов поставил. Что-то прям оценка хорошая. Что-то прям лютая вообще оценка. За реализацию стиля норм. Да он в такты попадает везде, вот, блядь. Я не знаю, все нормально вроде. Алкаши стал чужим, походу не знаю как жить. Везет большой черный джип, по району кружи. Больше не трачу время на то, чтобы найти ту, кому я могу поверить. Они могут мне написать, если их money ready. Не, нормально, 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 нормально. Технически, да, все технически все норм. Вот реально, технически все норм. Похож немного, да, похож. Но харизмы, часть прям, вот прям... Не, 60 баллов есть у этого трека. Спасибо, это было весьма достойно. Весьма достойно, правда. Весьма достойно, бро. Такой неймдропинг в тему, знаешь, по брендам нормально прошел. Без агрессии какой-то, излишней, да. Такой, и без тупого неймдропинга. Спокойно рассуждаешь, да, такой какой-то есть фэшн-флекс, да. Все утонченно, весьма неплохо, правда, спасибо.